Начинаем концерт. Thank you.
Спасибо. Это, мы выбрали эту вещь, мы ее, правда, играем уже 8 лет, а сегодня заявлена новая программа. Мы выбрали эту вещь в качестве прелюдии, потому что сегодняшний вечер он пройдет под знаком музыки трех скрипачей. Вот эта первая вещь, она принадлежала Перу Жана-Люка Понти, это французский джаз-роковый скрипач наших времен. Следующее, в общем, мы откопали такую очень интересную музыку, которая сейчас прозвучит. Автор Давид Балакришнан. Это американский скрипач, американский композитор. Он писал, если кто-то знает, Turtle Island Quartet. Это, в общем, знаменитые грэмми-номинанты именно в жанре кроссовер. Они состоялись и, в общем, до сих пор, по-моему, творят все это. Квартет состоит из четырех частей. Он называется, генеральное название Spider Dreams. В общем, сложно перевести. Паучьи сны, да. Вот, в общем, первая часть будет Spider Dreams называться, вторая часть будет называться Техасская тарантелла, то есть тут, видите, все как бы непросто очень. И третья часть называется Водопады с вот этими какими-то там, значит, водоворотиками, Водопады с водоворотами. И четвертая часть Марва в соснах, в общем, как-то вот так. Мы приглашаем вас на российскую премьеру этого сочинения и, в общем, слушаем. Спасибо.
Обычно просят не хлопать между частями. Но мне кажется, в этом случае надо хлопать между частями. Хлопайте. Техасская тарантелла с запахом вот этой тыквенной водки какой-то, да, или что там пьют. Индейский этот, мескалин или что это? Thank you.
был Давид Балакришна в исполнении Бэкстрит Бэнд в составе Николай Солонович, виолончель, замечательный соло, Шамил Саидов альт, важным услугам Артур Адамян скрипка, Евгений Завозин, пожалуйста, скрипка. И перед тем, как мы будем продолжать, мы хотим сделать небольшую паузу, чтобы другие музыканты, которые нас ждут с вами во втором отделении, зашли на сцену. Спасибо. Немножко отдыхаем, чуть-чуть. Сегодня легкий концерт. Можно выключить? В продолжении нашего совместного музицирования вы услышите. Во-первых, что-то изменилось на сцене. Пришел Басом Аляшкар. Ваши аплодисменты. Он блестящий исполнитель на уде. Вот этот инструмент называется уд, если еще кому-то интересно. Басом не приходит в гости с пустыми руками, как, в общем, подобает воспитанному арабу. Мы сыграем в качестве увертюры ко второму отделению концерта композицию Басама Аляшкара для уда и струнного квартета, которая называется «Нерону». Thank you.
ваши аплодисменты. Басом, браво. И ваши же аплодисменты еще одному замечательному музыканту, который к нам присоединился, Миша Смирнов. Перкуссия. Спасибо. Несколько слов о том, что... о том, что ждет нас. Это будет четыре композиции, которые я сочинил специально для FX String Band, FX Quartet. Если бы не был... я не композитор, но как бы одновременно и композитор. Если бы не было квартета, я бы не был композитором, скажем так. Вот чуть-чуть сложной музыки, возможно, вам покажется немножко сложно. И небольшая предыстория. Первая композиция называется «Would you like a piece of...» Так, значит, она в экзистенциальном смысле посвящена всем восторженным людям, которые готовы свернуть горы и вообще уверены, что у них все получится. Вот, но что-то им не дает этого сделать. И во второй композиции, которая называется «Правило номер 6», речь идет о том, что может быть чуть легче, да, может быть чуть проще надо ко всему отнестись, да, тогда все получится. Но это, как вы понимаете, тоже не работает эта штука. Нет, не работает, не верьте. И следующая композиция, третья, которая будет, она ужасна. Она называется «Сканк». Это плохое слово, его даже нельзя иногда употреблять, хотя оно переводится как «вонючка». Вот, и скунс, вонючка. В общем, речь там идет о достижении некого дна, самооценки каким-либо конкретно взятым индивидом. Понимаете, да? То есть вот ниже плинтуса то, что тут есть, это вот там сканк. Все очень плохо. И последняя композиция, это... Не буду говорить, что это какой-то дико жизнеутверждающий финал. Вот, надеюсь, это вам не помешает уйти в хорошем настроении отсюда. Вот она называется... Not just in four. Она называется не только на четыре, не только вчетвером, и не то, вообще не только, да? Вот. При этом жанр следующий. Это апокалиптический минуэт на... Апокалиптический минуэт, который исполняется на руинах профиля в социальных сетях. Больше говорить нечего. FX String Band, цикл Not Just In Four, басом Аляшкар, Михаил Смирнов, клуб Алексея Козлова. Спасибо. Thank you.
Нам тоже хотелось бы закончить здесь, но жизнь диктует свои суровые правила, поэтому еще две вещи осталось. Вот сейчас будет тот самый ужас, сканк. Thank you.
Разрешите приветствовать Михаил Смирнов, ваша благодарность, перкуссия, Николай Соловнович, Иванчин, Басова Алишкар, блестящий ут, Шамин Саида Файт, Артур Адамян, скрипка, Евгений Субботин, скрипка, FX String Band. Спасибо большое. Мы, конечно же, сыграем что-нибудь еще. Если никто не против. Спасибо. Под ваши аплодисменты удаляются звезды второго отделения. Спасибо. Мы сыграем Deep Purple и мы сыграем Uptown Funk. Мы так заканчиваем свои концерты уже почти год. Спасибо.
Спасибо, с вами был Effects Stream Band и Happy End. Все отлично, все танцуют, Uptown Funk. Вперед!